Всем привет. И по названию видео вы, наверное, уже поняли, про что мы сегодня поговорим. А поговорим мы про гача амораши, амараши или амараси. Честно говоря, не знаю, как это правильно произносится. Те, кто еще не знает, амараши — это такой фистинг, который придумали в Японии. И его участники возбуждаются, то, что у них полный мочевой пузырь или они мочатся. Чувствую, сегодня будет весело. Что ж, давайте приступим к просмотру видео по этой теме. Что ж, все мы еще везде халяву. Надеюсь, у меня не будет такой учительницы. Что могу сказать? Учите русский язык, он вам в жизни поможет. Переходим к следующему видео. А вы тоже, когда поете, вам говорят, что надо висеть? Мне вот каждый день говорят. Итак, следующее видео. Ой. Я извиняюсь, в бутылке и в кружке лимонад же был, верно? Зачем? Вы и так первый раз выпили. Кота классно сделали. Да, миленько. Я думала, что хотя бы кот нормальный. Это нормально. Держите подарок. Да. Следующее видео. Я никого не хожу. И читать все не умею. Ничего, что ты ее, ну, как бы недолюбивала. Она как там оказалась? Это телепортация, это телепортация, это телепортация, она телепортация. Thank you.
сказать мне тут нечего. Так что следующее видео. Это ты? Я смотрю твое видео. Ты можешь поставить лайк. Я за это буду все зарисовано. Не нормально. Все, ничего нету. Все. Итак, что же могу сказать по этому тренду? Этот тренд просто омерзителен. И его снимают дети, которые, я думаю, не сильно понимают что-либо в этом. Тоже я буду останавливаться после такого ужаса. Ну а вам желаю удачи. Всем пока. Мне включается, чтобы это записать, но я не пытаюсь это записать. Второе. Чего они серые? Гигачали, что ли? Гигачатка чёрта. Джага-джага. Дети, которые... Джага-джага. Приходит где-то записать видео про джаг-джаг, но я постараюсь это не делать. Я просто чужчаю мой мозг. Постараюсь это не делать. А просто зарисовать. И заехала. У меня нормальное видео. И Микл Кит. Маргарит. Я за Маргарит. А канал у меня Cartoon Cat. Канал у меня Cartoon Cat. Да, нельзя никого фото. Только подкидывать под собой и кидать в воду. Меня вид. Это было очень долго. Где папа с... Вот это. С Артемом меня подпринг. Я падала вниз.
Получились струки. Это очень мерзкое видео. Очень мерзкое. Все. Я возьму и зарисую. Не так же надо стоять, это сидя. Побей себя. Я сказал, побей себя. Хотел кого тоже это видео сделать. Что-то за какашка, видим машины или автобуса. Машины в виде какашки. Машины в виде какашки. Машины в виде какашки. Вот это ты тут обосралась. Это я тебя, наверное, к психику отправить. Я ее бы прибила. Начала ее. Я хотела вам сказать, что за 300 у меня мозг хотел включить, чтобы сделать видео. Смотри, мы зашли в качалайф. Отключать. И мы тут видим. Это все мозг. И не виноват. Пойди наш. Если будет картошки или я знаю, кем ты будешь, или это или вонючий дом или свинка. Поменьше экранчик. Убирай, убирай. Ты будешь просто обычный экранчик. Я просто сказала, что не добавлю. Из банана, из рок. Бан. Тюмбадо. Я пью обёрт. Всё. Какие мне кофе кофе. Возвращаемся к мультфильму. Запомни, на чем же у нас должна видео. Все понятно. Наконец-то эта девочка ничего не сделала. Опять? Сейчас разберемся. А? Ну все понятно. Всем привет, ребята, за новое видео. Видео. Я надеюсь, вам понравится, будет интересно, при том каче сача. И мы уже начинаем. Девочка, что с тобой не так? Ребят, да меня так хотелось, что с ней? Короче, у нее и у нее война. А то есть. Между Дегройдом и Депиком война Ланга. Да ё-моё, где этот звук? Я не могу. Лайк это файл. Ну
что это за двухличностная девочка? Типа сначала плачет, потом радуется. В смысле? Девочка, у тебя там какой-то в жопе пика-пика. С огнем играется. Пикачу! Я не буду так спрашивать, как она вообще умерла. Стоять! Это, по-вашему, разве не женщина? Почему вы делаете из нее мужика? Простите. То, что я на вас двоих дебилов потратила время свое. Спасибо за подсказку, что я здесь смотрю хоть. И что это за хвост задом наперед? Покажите, что это тоже самое. Оказывается, это трусы. А я думала, это вообще хвост. Ребят, может, вас название смутило? А меня нет. Единственное, может, я? Что с его глазами? Да чего вы вообще пьете, дебилы? Этому пацану и так, видать, плохо. Да, и правда ему плохо. У меня есть предположение, что это ветрянка. Но даже ветрянка таким дебилом не пойдет их сажать. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый совались в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Так вы ему даже попить не дали, он даже не пил. Таких детей точно не буду встречать. Полнейшая. Задал папе. Чё с ней, вашу божечку мать?
Подружимся друзьями, будем лучше. Ну а на этом все. Всем пока. С вами была Сиклейд.